эксклюзивный час на телеканале Shop'n Show. Ограниченный остаток, только один час. Итальянский бренд Domiti. Не упустите возможность сразу три в одном. Аэрогриль, аэрофритюрница, духовка от бренда Domiti. И об этом, обо всем расскажет супер-шеф-повар Николай Демидов. Ой, спасибо. Ты уже прям... Ой, все рассказала. Ты посмотри, что может готовить эта фантастика. Это, наверное, мой любимец. Аэрогриль действительно три в одном. Это и возможность приготовить вкуснейшее мясо. Причем, посмотрите, какое мясо. Оно даже у нас распадается на волокна. Я вот таким вот образом хочу вам продемонстрировать. Вы посмотрите. Посмотрите, какой кусок сочный. Какой яркий, какой вкус, какой аромат. Подожди, Оленька, сейчас вилочку, вы... Вилочку, за вилочкой бегите. Так. Пока вы здесь, я должен вам вот таким вот образом посмотреть соус. Мы сегодня говорим с вами как раз-таки-то про возможность готовить. Действительно, это три в одном. Это и возможность и запекать, и готовить во фритюре, и использовать как духовку, потому что здесь есть обдув горячим воздухом. Здесь есть возможность абсолютно верно все, что вы захотите приготовить. Управление легкое. Управление максимально легкое. И посмотри, я сейчас вот достаю уже из соседнего как раз-таки-то аэрогриля картофель фри. Вот он, тот самый аэрогриль, который мы с вами готовим в картофель фри. Без лишнего масла. Все масло лишнее стекает вниз. И посмотри, какой богатый, яркий, может быть, и насыщенный ужин. Причем, посмотри, весь картофель фри у нас без масла. Просто вкусно и понятно. Вот она фантастика. Вот она та самая яркая палитра, о которой, конечно же, мечтает наверняка любая хозяйка. Вы посмотри, вы просто быстро за одну секунду приготовили, а приготовили-то большое количество, потому что чаша у нас с вами здесь по сколько? 5,5 литров. Да, 5,5 литров чаши. Ну и это еще не все. Мы сейчас вот с тобой вот приготовили с тобой как раз какие-то... Все, что нужно, а теперь нужно показать нам управление. Панель. Смотри, сенсорная панель. Она очень простая, все включается с помощью одной кнопки. То есть мы с тобой нажимаем, включаем. Дальше у нас появляются 4 режима. Выпечка, может быть, это пропариваем орехи, приготовление мяса, ну или снейков. После того, как мы выбрали, допустим, режим мяса, автоматически аэрогриль выставляет 35 минут на максимальной температуре. Но и это еще не все. Вы можете, нажав на кнопку температура, градусник, да, самостоятельно выбирать температурный режим от 85 и регулировать самостоятельно шаг в 5 градусов до температуры 210 градусов. Ну, то есть вы можете томить. Ну и, конечно же, время вы тоже можете самостоятельно выставлять. Если вы мне скажете, а что с цветами? А я вам скажу, с цветами это к бабушке, а сейчас мы говорим про возможности, яркие, конечно же, цвета. Вы помните мой фаворитик? Аэрогриль. Начни с него. Расскажи, какой цвет? Я цвета хочу предложить, конечно, нашим телезрителям, потому что я уже понимаю, что начинают заказывать, мне говорят, уже звонки идут. Смотрите, голубой цвет, вот такой вы видите сейчас, причем он цвет такого дождя летнего, тучки. Посмотрите, очень стильно будет смотреться на вашей кухне. Да, смотрите, есть черный вариант тоже у нас, смотрите, такая классика. Мой фаворит, мой выбор, это белый, потому что всегда у нас были белые предметы на кухне, это и хлебопечка была белая, и чайник белый, холодильник, поэтому и аэрогриль я выбираю в белом цвете, мне очень нравится. Смотрите, цена только сегодня. У нас эксклюзивный час, когда вы можете взять. Это хит. Поэтому 3999 рублей – это сюрприз цена, потому что раньше она была намного выше, и сегодня вот такая возможность. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, была цена на 1000 рублей выше. 4999 рублей. Поэтому сегодня беспрецедентно низкое предложение по цене. Аэрогриль Domiti – это супер инновация от бренда. Вы гуляете, занимаетесь огородом, наслаждаетесь садом, а профессиональный шеф-повар гриль готовит для вас вкусные полезные блюда. Вот у вас нет Николая Демидова на кухне, но будет вот такой шеф-повар, который сразу будет готовить несколько блюд. Вот смотри, Коль. Так, например, давай, мои дети любят, скажем прямо, фастфуд у меня сынок, например, любит, да, но я не могу купить, позволить себе в магазине, потому что я там знаю, какие масла. Ну, конечно, да? Там ужасно, ужасно. Какие много условия? Масла, которое как раз-таки-то все впитывает именно в продукт. Аэрогриль — совершенно другая история. Мы здесь говорим про аэрогриль, который, конечно же, у нас это масло убирает. Все это за счет чего происходит? Ну, давай, в первую очередь мы сейчас с тобой начнем говорить, конечно же, про конвекцию, которая
которая у нас присутствует. Конвекция внутри. Что это такое? То есть внутри циркулирует горячий воздух. Нам это с вами на руку. Я вот так вот. Да, нам с вами это на руку, потому что как раз это мы сейчас и с вами посмотрим. Я специально делаю эксперимент именно с этой конвекцией, чтобы наглядно русским языком по-человечески вам объяснить. Что я делаю? Я беру в аэрогриль, отправляю два шарика, включаю, ну, то есть нарушаю все правила, грубо говоря, его включение. Так вы дома не делаете, не повторяйте. Но вот этот вихрь, вот эта вот циркуляция горячего воздуха как раз это нам и показывает, насколько ярко, насколько сильно внутри мощный горящий воздух циркулирует и делает обдув и прожаривание. Он это прожаривает, пропекает внутри аэрогриль, и таким образом у тебя все масло стекает вниз, а пропеченность продукта остается со всех сторон. Оль, вот то это есть наглядно, Коль, со всех сторон ты получаешь уникальную возможность. Пока, Оленька, ты наблюдаешь за всем этим мясом и картошкой фри, я не могу тебя не угостить. Спасибо. Вот смотрите, я как раз хочу сказать, насколько пропеклось, насколько сочно, разваливается вкусно, на волокна. Разваливается на волокна. Вы видите, как это здорово? Какой объем? 5,5 литра. Оль, ну вот ну, возьми кусок. Давай, должна, давай. А нет, вот, нет, возьми ты меня кусок, угощаешь. Я тебя угощаю. Друзья, заказывайте прямо сейчас. Их ограниченная поставка на этот эфир. 5,5 литров. Это и аэрогриль, это и духовка, это и аэрофритюрница. Три вещи вот я вам назвала. Ты пока называешь эти вещи, я должен сказать про экономию, а ты угощайся и пробуй. Смотри, купили бы вы отдельно гриль 7 тысяч рублей, фритюрница под 5-7 тысяч рублей тоже. Ну, 5,990. Духовой шкаф. А духовой шкаф это не просто 10 тысяч рублей выбросить. Это еще время надо, чтобы его разогреть, установить доставить, поднять и так далее. То есть итого 22 тысячи. А у нас сегодня с вами 3,999 рублей. Ниже вот такой вот аэрогриль. То есть экономия бешеная, сумасшедшая. Здесь у нас фантастические цвета, быстрая возможность запекать аэрогрилем, конвекция и духовка. 4 режима, цифровое управление, легкая сталь с антипригарным покрытием. У нас чаша, 5,5 литров объем. Ваша вкусная еда, ваш шеф-повар на вашей кухне. Успевайте забрать, цена самая сниженная сегодня, 3,999 рублей. Это все Домити, и это все чудо аэрогриль 3 в 1. Спасибо.